31-й Богдан Сенин, 18-й Михаил Тетерев. Сейчас угловой Спартак подавал. Подача, и кто будет бить-то? Удар все-таки нанесен, и вынесли динамовцы мяч из штрафной. Еще подача, и добивание 1-0. Спартак повел, это Николаев. Это Николаев на 8-й минуте отправляет мяч в ворота. Открытие арены. Хорошая перекличка была с фанатами. Вперед Спартак. Здорово смотрелось, как вот Абдурахманов. Это фол. И это карточка. Товарищ судья. Какого-то. Но. Нет, Сунгатуллин. Низом в вратарский угол. И вратарь ошибается. 2-0. Фаниль Сунгатуллин забивает второй мяч в ворота «Динамо».